Я сейчас еду в город Мардин. Это опять я еду в сторону границы Сирии. Пока мне здесь нормально. Если начнет холодать или если что-то мне начнет не нравиться, я буду возвращаться на юг резко сразу. Здесь на юг быстро можно вернуться. Видите, здесь нужно отметить, что дорожное полотно уже у них не очень хорошее. Так, слева у меня река Тигр течет, легендарная. Вот, можно заметить. Я думаю, сейчас будут моменты, где мы ее будем видеть прям хорошо, прям своими глазами. В общем, следующая остановка — город Мардин. Так вот, друзья, очень много интересных мест вот в этих городах, в которых я был. Газантеп, Шанриулфа, Адана, Мерсен. Но Мерсен, может быть, не так богат на музей. Но вот эти вот, в общем, Газантеп и Шанриулфа, я прям обязательно туда вернусь. Там такие классные музеи, эти нетронутые, не затоптанные туристом, где люди просто не знают, что такое туристы. Они были 25 лет закрыты, 20 лет были закрыты, и 5 лет там война шла, ну, грубо говоря. Видите, какие серьезные здесь у них развязки многоуровневые. То есть это часть трассы, чтобы вы понимали. Они специально сделали туннель. Здесь ограничение по скорости 110 км в час можно ехать. Они сделали туннель, и там еще над туннелем еще и мост в придачу. Где-то в колхозе, в каком-то... А вообще, друзья, я рекомендую всем настоятельно. Во-первых, эти музеи все стоят очень мало. Они там стоят 5, 10, 15 лир. Ну вот 65 лир я там где-то заплатил, где-то где супер-супер какое-то такое место. Ну, оно реально как бы стоит этих денег. И я всем рекомендую обязательно посещайте музеи. Там столько всего интересного, столько, особенно вот здесь, вот в этих музеях, которые еще не обследованы толком. Всякие разные находки старые, старинные. И эти музеи, они были закрыты. 20 лет они были закрыты, то есть нельзя было никак зайти. Люди даже не знают, по сути, что там лежит. Вот это вот с правой стороны у меня, за деревьями, за машинами, это дамба. На самом деле у них здесь, вот на этой реке Тигр, очень много дамб и гидроэлектростанции они сделали. Десятки. И очень много электроэнергии они с помощью этих станций, гидроэлектростанций, получают. Также здесь уже, скорее всего, новая дорога. Вот, с правой стороны. Я первый раз, когда приехал возле Сиде, увидел, что там где-то дамба. Взял, все бросил, поехал по лесам там искать, где эта дамба. Думал, она здесь одна. А их здесь десятки. У них здесь они повсюду, эти дамбы. Потому что река большая, там расход воды, по-моему, в реке Тигр 300 тонн в секунду. То есть каждую секунду 300 тонн воды протекает в реке Тигр. И в реке Ефрат, наверное, столько же, может быть, даже еще больше. Поэтому здесь эта мощь вообще колоссальная. Вот видите, еду просто, обычное место, какая-то пустыня и кафе. Тут же кафе, пожалуйста. Покушали, чай попили, поехали дальше. Культурно, все мега культурно. Когда вот мы приезжаем в отели, в турецкие, все включено, там же вроде как нас развлекают, улыбаются нам, все это понятно, но когда мы начинаем вот так путешествовать и узнавать страну именно изнутри, как местные жители, то это совсем другой туризм, друзья мои. И еще что хочу отметить, вот эти города, которые я сейчас посещаю, 90% людей там туристы, это именно турки. Либо турки, либо вот с Ирака приезжают, с Ирана бесстрашные, либо туристы, либо кто, я не знаю. В общем, белых людей, европейцев практически нет. Посмотрите, дорога какая гладенькая, шелковистая. И такие красивые здесь поля. Ну что еще нужно? У них вот здесь, вот на этой трассе, только здесь я это заметил, нигде нету, раньше я нигде таких не видел, у них укрепления, вот такие башни, и там где-то 12, где-то 8, где-то 18 дзотов для пулеметчиков. Это такая прочная конструкция железобетонная,
И, в общем, туда электричество подходит. И, я так понимаю, у них все есть, чтобы оттуда вести огонь. И вот опять, видите, с правой стороны, это вот как раз вот это вот укрепление, про которое я говорю. И со всех сторон там зоты такие, отверстия специальные, чтобы автоматчик мог этот обстреливать тут машины, которые едут. Ну, или не обязательно. В общем, вышка такая. И вот все чаще и чаще. В некоторых местах прям вообще за каждым поворотом они стоят. Периодически появляются вот такие разные кишлачки у них здесь. Обязательно там у них в каждом кишлаке мечеть будет. И видите, специальный мост к нему идет, чтобы не нагружать трассу, чтобы не ставить здесь какие-то светофоры, не делать перекрестки. Они просто взяли и к этому кишлачку какому-то малюсенькому, там может быть 20-30 человек живет, семей я имею в виду, и они для него специальный мост построили. А здесь КПП, полицейский КПП. Очень много. Вот в этой части, прям восточной Турции, прям вот я сколько ехал, я столько не видел вообще на всем южном побережье, наверное, сколько здесь полиции, сколько здесь вот этих всех укреплений. Прям они, конечно, здесь основательно подошли к этому вопросу. Друзья, должен отметить, что город-то этот, Мардин, достаточно большой. Я думаю, здесь около 1 000 000 людей населения. Примерно, плюс-минус. Здесь даже Хилтон есть. На границе Сирии он находится. На каждом шагу тут вышки эти, укрепления, башни, туннели, развязки. Я, честно говоря, себе даже представить не мог, что здесь такой крутой город. Либо они его сейчас просто поднимают, вот эти вот многоэтажки они, да, вот прям сейчас строят. Но здесь прям вот отели Рамада. Я, по-моему, останавливался где-то. Хилтоны, вообще все что угодно, любые отели, любые здания современные, какие хотите. Интересно, очень интересно. Глобализация прет прям. Вот резорт, отель какой-то, просто в степи где-то стоит, среди камней, вообще ничего нету. Как будто у нас в Ковчегае, когда строили казино, вот тоже похоже что-то такое было. Среди пустыни город. Но это вот современный Мардин. Здесь толком даже инфраструктуры еще никакой нету. Я имею в виду дорог, там еще чего-то. А многоэтажек, посмотрите, сколько небоскребов. Там у него старый город должен быть очень красивый. Но мы сейчас с вами доедем. Но то, что есть Хилтон, это уже показатель, я вам должен сказать. Потому что Хилтон они не строят, где попал. Но я, как правило, выбираю турецкие отели, именно турецкие бренды, турецкие сети. Они тоже 4-5 звезд, но они более лояльные. Если мы берем, допустим, турецкий отель, они будут, к примеру, вот сейчас не сезон, они будут снижать цену, а Хилтон будет просто тупо держать цену и все. То есть, если я, допустим, могу два отеля возьмем одинаковых, турецкий бренд, он, допустим, будет 300-400 стоить, а Хилтон будет 800-1000 стоить, то есть в два раза больше. Хотя, в принципе, по оснащению, то есть они будут со спа, со спортзалом, с классным завтраком, с хорошим, с удобными кроватями, с большими номерами, в принципе, как бы с парковками, все-все, там все будет, все необходимо. У них вот такие вот автобусы прикольные, они снизу узенькие, а сверху они расширяются, чтобы для пассажиров было удобно. И прям по всей Турции это какой-то турецкий бренд производителей. Martus. А это вот строят только. Причем эта стройка не брошенная, не замороженная, она прям идет. Так как здесь до границы Сирии примерно 15-20 километров, я думаю, здесь цены будут одни из самых низких в Турции. Наверное, где-то в центральной части Турции будет стоимость на жилье низкая. И где-то вот здесь. Видите, у них такие автобусики милые. Так, красный свет, дороги нет. И все, вот он так дальше идет и идет. Показывает мне навигация. 2 километра еще до Хилтона. Здесь и аэропорт есть. Такие люди модные, современно так одеваются. Посмотрите, какой красивый центр. Вот это примерно центральная его часть этого города. Прямо он находится в долине и
вот так со всех сторон здесь у них многоэтажки, дороги широкие, пробок нет, зелени много. Вот вам, пожалуйста, показывают его, показывают в основном, я смотрел в YouTube, блогеры в основном показывают старый город, что типа там такое все, типа все ходят, что-то там этот, но он вообще не такой, как его показывают. Он перекатами идет. Вот так вот, вниз-вверх, вниз-вверх. Ну, не на ровной местности находится город Марден. Я вам даже скажу, он ничем не уступает вот этим городам, которые мы с вами до этого посещали, большие. Поэтому весьма он такой большой. Но это современная его часть. Отель не несет ответственность за потерянные или украденные, наверное, какие-то вещи. Но он находится в таком любопытном месте. Он стоит прям на скале, получается, на горе. И вот прям вот с такой вот панорамой здесь красивой. И все, вот там скалы, вот та гора, туда вниз. И вот отель, в принципе, тоже здесь. Я, в общем, решил здесь поселиться, в этом Hilton Garden Inn. Вроде бы неплохой отельчик. Всего лишь 400 турецких лир стоит комната. Поэтому я, недолго думая, решил его выбрать. В общем, я так подумал и решил, что может быть лучше Хилтона. И остановился здесь. Здесь даже бар есть. Первый раз в Турции вижу бар. Но он только вечером начинает работать. Здесь инструкция, как руки мыть, если вдруг забыли. А что здесь еще есть? Бассейн есть, фитнес есть, прачечная есть. Ну, отель достаточно старый, поэтому я не люблю вот в таких вот европейских отелях останавливаться, просто в виде исключения, чтобы для разнообразия. Я остановился, чтобы вам показать, как выглядит Хилтон на границе с Сирией. Так, мой номер. Около 25 долларов. Хилтон за 20 долларов. Что-то громко закрывается. Ну, в принципе, друзья мои, ничего особенного. Обычный простой отель. С вот таким вот видом. Не могу сказать, что прям вау. Но за 12 тысяч тенге, за 20 долларов, я могу сказать вау. Ну, очень чистый, что еще сказать. Здесь все примочки есть, можно погладить. Вот это самое главное. Вода, чайник, это самое главное. Во всех отелях прям есть эта вещь. И что еще? Ну и все. А, вот эти тоже шампунчики классные. Должны быть с лавандой. Да, пахнет лавандой, действительно. Вот эти вот штуки должны быть классные. Ну и все. Самое главное, что белая кроватка. Самое главное, что есть парковка. Сейчас проверим, какой у них здесь Wi-Fi. И завтра поедем уже, потому что закат. Все, сейчас даже ехать смысла туда нету, стемнеет. И здесь, в этом отеле в Хилтоне, проходит 7-я интернациональная научно-исследовательская конференция. Вот как раз с 10 по 12 декабря Марден, Турция, Хилтон. И они мне подарили вот такой. Вот я просто зашел и, ну, как всегда, я же любопытный, говорю, а что у вас здесь происходит? Что вы здесь делаете? Они говорят, вот у нас такая конференция. Я говорю, о, а это флаг Казахстана, я из Казахстана. Они говорят, мы тебе подарок. И, в общем, они мне подарили вот так красиво. Во-первых, он написал, нарисовал. Во-вторых, я сейчас иду стираться. Вот мне дали жетончик. 35 турецких лир, 2 доллара стоит. Вот это вот порошок. Сейчас закину свои вещи, и он, там две машины, это все постирается. И самое интересное, завтра приедет вот сюда вот автобус.
большой автобус приедет, и он нас повезет по научным вот этим местам интересным, то есть будет экскурсия целый день. А я еще сюда ехать не хотел, я думал, а там, наверное, какой-то город в пустыне, какой-то кишлак, и в общем, приехал, и вообще нисколько не жалею, завтра будет очень интересно. Можно выбрать горячее, теплее, я в общем поставил на самую нормальную, чтобы она побыстрее постиралась. Ну, я потрогал здесь, в принципе, достаточно тепленькая водичка. Сюда порошок насыпается. И они мне, в общем, дали 2 тюбика, порошок и кондиционер. 35 лир, это чуть больше $2. Полностью я ее битком забил. Сколько у меня было вещей. Потом они постираются, я вот сюда их закину, она у меня высушится. И все, у меня будут чистые вещи сегодня. Пока вещи стираются, можно прийти в спортзал здесь, поподтягиваться на турничке, на дорожке походить. Давай, сколько у меня вес? 84 килограмма. А, еще повсюду у них вот такие вот влажные салфеточки протирать. И вода везде есть, можно и воду бесплатно взять. Здесь у них вот такой есть душ, который со всех сторон брызгает еще. Сауна. Там хамам и джакузи с бассейном с большим. Причем, друзья, вот эта сушилка, она бесплатная. Вот 44 минуты она мне бесплатно будет сушить. Теоретически вы можете сами вещи постирать, потом сюда закинуть, они высушатся. А я ездил, думал, где бы мне найти, где бы мне постирать. У них же такого здесь нет, как в Европе. А это, друзья, 4 телефона. Если вдруг одного таксофона будет мало, то можно будет еще воспользоваться вот таким стационарным. О, он работает даже. А этот? И этот работает. Удивительно. Я, честно говоря, не перестаю вообще удивляться. Вот здесь мы завтра будем завтракать. Шведский стол. Прекрасный. Прекрасное угощение. Так, музыка, музыка. И что самое интересное, это вот смотрите, бар. Здесь даже они сделали бар. И он работает с 5 до 12. Но никто не пьет. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Ставьте палец вверх, пишите интересные комментарии. Пока-пока!